Добрый день, в данном видео я хочу вам показать, как подгрузить автогазовский чертеж в формате DXF в контроллер TC5. После того, как мы установили, получается, WhatsApp на этот контроллер, так как здесь Android, получается, я здесь сам скинул сюда себе файл. Этот файл мы переместили, получается, в внутреннюю память. Получается, файлы заходим. Здесь есть у нас, получается, внутренняя память. О, внутренняя память. Здесь находим папку Trimble Data. Я здесь сделал папку Import, получается. Вот он, Import папка. Оп. Здесь я его сам сохранил, переместил с той папкой. Затем мы заходим, получается, в Trimble XS. Программное обеспечение. Ну, 2021 года. Дальше мы здесь создаем проект новый. Ну, допустим, сегодняшнее число 25.07.22. Enter. Создать. И задание вводим 25.07.22. Здесь, получается, шаблон так и остался. Можно настроить его. Система координат. Допустим, мы если выберем, где я здесь нахожусь. Допустим, Russia. 42, система координат зона 13, здесь модель геоида мы сразу подгружаем EGM08, здесь дальше высота 500, допустим, у нас в Караганде, Enter, запись. Ну и, соответственно, единицы, диспетчер слоев, эти кодов, диспетчер слоев можно сразу здесь загрузить, DXF-ский файл. Либо, вот сейчас я вам по-другому покажу, сейчас мы расчеты зайдем, здесь настроим, чтобы у нас расчеты все на плоскости были. Принять, принять. Дальше вот мы зашли, получается, открываем здесь слои. Так. Нет, вот здесь слои. Вот нажимаем эту кнопку. Все, слои. Файлы, карты, просмотр. Здесь, видите, я вам сразу открыл, получается, TXF наш. Если мы один раз вот так нажмем на него, появится галочка. То есть это сам чертеж. Вот он появился. Нажимаем на руку. Оп, мы его, получается, можем увеличить здесь наш чертеж. Вот. Видите, точки, получается, неактивные. Оп, неактивные. То есть я не могу ничего, разбивку сделать и так далее. Вот. Хотим сделать активно, то нажимаем на вот эту вот кнопочку. И еще раз нажимаем. Получается, вокруг галочки появляется такой квадратик. Нажимаем принять. И точки, соответственно, активными становятся. Вот это синие вот эти вот точки, они активные. То есть, если я выделю его. Сейчас руку выключу. Вот, выделю эту точку. Нажимаю вынести. Ну и, соответственно, там RTK и так далее. И можете вынести. Все, большое спасибо за внимание. Также можете выключить, получается. Оп. Нажимаете на него, принять. И все, выключил здесь обзор. Все, большое спасибо за внимание.